Третья мировая война за воду. Угроза эта опережает даже климатические изменения, всемирный голод. Человечество воевать будет обязательно, потому что воды нет, не хватает воды. Как корпорации скупают реки и озера? Баррель воды будет стоить дороже, чем баррель нефти. Что предлагают нам под видом минеральной воды? В определенных пропорциях добавляем карбонат калия. В нашей программе результаты уникального расследования. 20-30 рублей за литр. Рентабельность, которая позволяет исключить необходимость в торговле наркотиками, оружием, проституцией. Вот главная угроза для человечества. Сегодня ищем код доступа к решению этой проблемы. Код доступа. В четверг в 20:25.